Грамотных управленцев в мире не так много. Руководство людьми – это адский труд, который требует максимальной самоотдачи. Такое под силу далеко не всем. Многими людьми движут честолюбивые планы и нездоровые амбиции. Они любой ценой стараются занять руководящий пост. Когда им это удается, кресло директора начинает жечь зад. Реальные будни крупного руководителя сильно отличаются от фантазий и мысленных образов. Глава компании должен пользоваться непререкаемым авторитетом среди сотрудников, они должны его немного бояться. Директору нужно быстро и правильно действовать в сложных ситуациях. Управленец должен быть отличным психологом и знать человеческую натуру. Недалекий руководитель считает, что его должны уважать только благодаря официальной должности. Он пытается спрятать свою некомпетентность за уставами, должностными инструкциями и прочей корпоративной документацией слабый начальник все пытается делать сам. Он считает себя самым умным и постоянно вмешивается в работу всех подчиненных. Плохой управленец не умеет делегировать полномочия. Он тратит свое время на решение второстепенных задач. Все успехи коллектива директор приписывает себе, а неудачи сваливает на работников. Собственные ошибки не подвергаются анализу и не устраняются. Неграмотный начальник не любит умных сотрудников, он стремится окружить себя дураками, лентяями и подхалимами. Ему приятно слушать заискивающие интонации и лесть. Инакомыслие работников подавляется увольнениями, выговорами и штрафами. Любые инновации воспринимаются в штыки. Топ-менеджер видит в них угрозу собственному благополучию. Глупый и слабый директор часто совершает противоправные поступки. Он обманывает клиентов и поставщиков, ворует деньги компании и заключает сделки с сомнительными контрагентами. Вместо стратегического планирования начальник занимается рутинными вопросами, которые можно возложить на плечи сотрудников. Неграмотный менеджер приходит в ужас от проблем и неприятностей, которые возникают в процессе работы. Слабый директор самоустраняется от решения важных вопросов или просто уходит в запой. Руководящий работник может впадать в истерику или вести себя неадекватно. Он систематически унижает личное достоинство подчиненных и не внимает их просьбам. Крутой начальник матерится на совещаниях и занимается рукоприкладством. Возможен и другой стиль работы. Директор разводит полную демократию и никак не контролирует работу подчиненных. Руководитель для них свой парень, его поручения можно не выполнять. Слабость и некомпетентность руководителя всегда приводят к одному и тому же результату. Селедку нельзя назначить акулой. Слабый вожак погубит себя и всю стаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!